муж, который смотрит порно-ролики. Для того, чтобы муж не смотрел порно-ролики, женщина должна изменить себя. Она должна быть той женщиной, которой мужчина начнет ревновать. Какая это женщина? Это женщина, которая начнет красить губы алой помадой, начнет заниматься спортом, которая начнет специально ходить в тренажерный зал. У меня есть такая ситуация в жизни. Обратилась молодая семья, и она говорит по секрету, красивая женщина, Андрей Андреевич, он совершенно ко мне не прикасается. Я ей говорю, хотите, чтобы он начал к вам прикасаться? Она говорит, хочу. Начните каждую неделю 3 раза или 2 раза ходить на 2-3 часа в спортзал без него. После этого она убедила, что ей нужен спортзал, и начала ходить. Потом написала мне, Андрей Андреевич, низкий вам поклон, я не знаю, как это работает, но это работает. Кого он ищет в порнографии? Он ищет в порнографии женщин, которые ему нравятся. А о чем это говорит? А это говорит о том, что женщина, которая живет рядом с мужчиной, перестала ему нравиться. Почему? Потому что у нее неухоженные руки, неухоженные ногти, она волосатая, от нее плохо пахнет, изо рта плохо пахнет, и она голодает. Но она может себе сказать, зато ему родила ребенка, он пусть будет благодарным. Ну, знаете, это все банальная правда жизни. К сожалению, мужчине, если говорить, эта женщина хорошая, она твоя жена, пусть она тебе нравится. В случае, если она не нравится, то, к сожалению, ничего сделать невозможно будет. Один из методов заставить мужчину перестать смотреть порнографию, обычно это делают мужчины, у которых есть свободное время, заставить этого мужчину включить энергию. Начните дома немножечко кричать, начните воспитывать этого мужчину, вытаращивайте глаза, сделайте жизнь его невыносимой, тогда он точно смотреть порнографию не станет. Сделайте так, чтобы он злился на то, что вы гипотетически можете завязать отношения с другим мужчиной. Но я не хотел бы давать такие советы.